Всем привет! Приветствую всех вас на моем канале. И снова наши любимые бантики. Сегодня я хочу показать один из многих вариантов бантиков. Один бантик я уже подготовила к сборке. Он состоит из трех частей. Подушечка атласная. Самый простой бантик. Кружево. И бантик восьмерочка. Ну и, конечно, красивая серединочка. А сейчас мы будем делать розовый бантик. Для этого нам понадобится резиночка, такая вот красивая серединка, как мишка с жемчужинкой, кружево. Две штучки. Ширина 4 сантиметра. И длина 24-25 сантиметров. Два отрезочка. Затем нам понадобится репсовая лента, ширина 2,5 и длина 50 сантиметров. Я уже присоединила с обратной стороны атласную ленту. Ширина у нее тоже 2,5 и длина 50 сантиметров. Я уже предварительно ее спаяла вместе. Два отрезочка атласной ленты. Ширина 5 сантиметров. И длина у нас 27 сантиметров. Две штучки. Также нам понадобится линейка, зажигалка, клей для серединок кристалл, два зажимчика, два трафарета для бантиков. 11 сантиметров и 12 сантиметров, и нитка с иголкой, и также клеевой пистолет. Начнем с нашей атласной подушечки. Возьмем трафарет наш на 12 сантиметров. И сделаем самый простой бантик. И сшиваем.
когда мы пришили первую ленточку, не снимая ее с шаблончика, пришиваем сразу же вторую. Пришиваем. Снимаем обе ленточки и стягиваем. Вот такая подушечка у нас получилась. Разравниваем ее и приступаем к кружевам. Кружево мы делаем точно так же, но на шаблоне 11 сантиметров. Я прошила уже кружево, теперь можем его снимать и стягивать. Вторая часть бантика. Начинаем сборку нашего бантика восьмерки. Я уже присоединила с помощью огня две ленточки, репсовую и атласную.
находим серединочку нашей полосочки. Напоминаю, она длиной у нас 50 сантиметров. Прижимаем хорошенько пальчиками, чтобы была заметна серединочка. Затем делаем одну сторону восьмерочки, фиксируем ее булавочкой. И загибаем вторую сторону нашей восьмерочки. Такая конструкция у нас получилась. Сейчас мы начнем загибать каждую сторону к серединочке. Одну сторону и смотрим, чтобы они были ровненькие. Зафиксировали пальчиком. Теперь загибаем другую сторону. Также ищем серединочку и расправляем, чтобы были ровненькие наши ушки. Такая получилась у нас восьмерочка. Теперь аккуратненько, ровно прошиваем. Теперь стягиваем. Прошьем до надежности еще раз. Такой вот бантик восьмерочка получился. У нас уже все готово. Теперь можно собирать наш бантик.
Теперь зафиксируем бантики ленточкой. И заодно приклеим резиночку. А сверху ленточка будет дополнительно крепление. Я сделала 2 полных оборота ленточки. Лишнее мы отрезаем. И в конце расправляем наш бантик. В середину приклеим вот такого красивого мишку. Приклеим на клей-момент, чтобы лучше держалось. Эту серединочку я сняла с резинки и немножечко откусила краешки. Хорошенько намазываем клеем. Приклеим нашу серединочку. Немножечко подержать. Чтобы хорошо высох клей. Такой бантик у нас получился.
так же само. Мы делаем и с нашим голубеньким бантиком. Вот такие интересные бантики у меня получились. Если вам понравилось, ставьте лайк. Всем пока!